В Башкортостане выросли цены на пригородных и межмуниципальных маршрутах. С начала февраля государственный перевозчик «Башавтотранс» повысил стоимость проезда в Уфимской агломерации, а также на маршрутах 4 районов республики – Краснокамского, Янаульского, Болтачевского и Татышлинского. Так, от Нефтекамска до Николо-Березовки проезд теперь стоит 25 рублей за наличный расчет и 18 по карте «Алга». А от Нефтекамска до Янаула – 180 рублей соответственно. Система скидок работает на всех межмуниципальных маршрутах. Разница между стоимостью билета за наличный расчет и по карте «Алга» составляет от 5 до 20 рублей.